Привет! Всем привет! Мы такие довольны, знаете почему? Мы получили зарплату. Мы уходим сейчас из дома нашей хозяйки, в которой мы работали. Она нам наконец-то заплатила. И мы теперь богатые и независимые. И поедем сейчас в Фунгероллу. Там же Димана бабушка. Да, мы увидимся с бабушкой. Давай сегодня поздравим ее. С праздником. Сегодня Рождество. Да. Маша. Я, например, я первый раз познакомилась с семьей этой. Семья нашего дедушки. В общем, эта женщина, она испанка, а муж ее, он с Копенгагена, с Дании. И он очень хорошо говорит по-английски, вообще без акцента. Ну, в общем-то, мы заметили. Что он британец, вообще, и спросил, да, его Дима, с Англии. Дима спросил у него, вы с Англии? Он говорит, нет, я с Копенгагена. Такая веселая семья, они к дедушке вообще не серьезно относятся. Мы к дедушке серьезно относились, а они нет. Они его не слушают. Так вот этот муж... Он вообще его всерьез не воспринимает, он с него смеется только. Вот я посмотрю на него в 87 лет, как он будет запоминать все, как у него будет пропадать память, и с него будут все ржать. Не смейтесь на стареньких. Мандарин миниатюрный. А вот можно кушать его так прямо. Угу. Это мандарин со сливой. Угу. Мы сейчас в замечательном городе Михас. Это очень старый город. Вот нас сюда привезла бабушка и дедушки. Вот Димка. Вон бабушка. Thank you.
город Михас называется. Мы не ожидали, что здесь настолько красиво. Все, мы дома. Катя лежит рядышком, болеет. Сегодня очень классный день был, мы встретились с бабушкой. Гуляли по Михасу, очень красивый и классный город, нам очень понравился. Вот поэтому мы устали, сегодня такой насыщенный день был. Будем ложиться спать. Выздоравливай. Всем пока, я выздоровею. Пока.